Приветствую вас, давайте мы с вами начнем с конца, вот, и я скажу сразу, что не работает, Виктория, это так, что вы пришли, спросили, кто что думает, получали советов, вот, и стали это применять, и все сразу у вас стало хорошо. Упражнение по поводу того, как принять себя, также весьма-весьма поверхностная задача, поверхностная цель. Потому что тот факт, что вы себя не принимаете, связан именно с тем, что у вас есть некоторые искаженные представления о себе. Некоторые искаженные представления о себе. Некие стереотипы, некая такая ориентированность на других, на норму, которая в действительности не существует. Норма – это то, что создается самими людьми. И норма определяется исключительно ситуативными, я бы сказал, актуальными, случайными критериями, которые потом просто закрепляются и не более того. Для начала я рекомендую почитать вам книгу, которая называется «Я умею прыгать через лужи» Алана Маршалла. Это первая. Книгу можно найти в интернете, ну, по крайней мере, она была еще совсем недавно доступна в интернете, сейчас не знаю. Вот, почитайте эту книгу, это первое, с чего вообще вам нужно начинать историю. А дальше вам необходимо сделать следующее. Значит, во-первых, непринятие себя – это целый пласт экзистенции. Непринятие себя – это целый пласт понятий. Это целый пласт категорий, которыми вы оперируете. Категории, понятия, социальная ориентированность – это следствие того, что в детстве вы не смогли задать ряд вопросов своим родителям, мы получили искаженные представления. Когда человек не может получить ответы на вопросы у своих родителей, или эти ответы его не удовлетворяют, он обращается к другим людям. И поскольку другие люди авторитетно отвечают на эти вопросы, причем авторитет их не позволяет, да, сомневаться в том, что они могут быть правы, вот, то такой человек привыкает, значит, без тени сомнения ориентироваться на мнение других, считая, что мнение других – это всегда правильно, а вот мое мнение, поскольку я один, да, меньшинство, может быть неправильно. Хотя в действительности, на самом деле, это, конечно же, не так, это, конечно же, искажение. Искажение ситуации в целом. Дальше. Ключевой аспект, который можно выделить в том, что вы себя не принимаете, заключается в том, что у вас есть недостатки, которые вы считаете быть не должно, которых вы считаете быть у вас не должно. При этом свои недостатки вы считаете более недостатками, чем у других людей. Вот это вот чувство особенности, да, чувство особенности. Что я особенно, если я не являюсь особенной
сильных сторонах, да, то я буду являться хотя бы особенной слабым. На самом деле наличие сильных и слабых сторон не делает вас особенным. Особенный вас делает кое-что другое. Особенный вас делает ваш выбор. Особенные вас делают ваши индивидуальные черты. Ваш характер, ваши предпочтения, ваши вкусы. Это то, что делает вас особенным. Наличие сильных или слабых сторон человека особенным не делает, хотя бы потому, что у всех они есть. У кого-то внешне физиологически все в порядке, но духовно беда. Таких людей, я думаю, вы видели. Вот. Говорить об этом не буду. У кого-то бывает наоборот, что физиологически не очень, но внутри все хорошо. И с точки зрения общечеловеческих ценностей, это абсолютно равнозначно. Но вот почему-то вы считаете, что именно ваши недостатки, именно ваши особенности являются более негативными, чем другие. Вот. И это опять же недостаток уверенности в себе. Это недостаток уверенности в себе. Вот. Ну, про уверенность в себе это немножко отдельный разговор. Уверенность в себе связана с тем, что вы делаете. То есть, как бы, это связано исключительно с получением удовольствия от процесса. Вот. Ни в коем случае не стремление к какой-то цели. Итак, есть ваши недостатки. Слабые стороны, которые вы в себе не принимаете. Поскольку недостатки есть у каждого человека, у любого человека есть недостатки, абсолютно у любого, без исключений, то я полагаю, что для вас не секрет, что люди бывают уверенными в себе, бывают успешными, бывают очень успешными, вот. Но при этом недостатки у них все же есть. И их столько же, сколько у других, ни больше, ни меньше. Почему же такая история происходит? А происходит такая история потому, что человек вырабатывает четкое понимание, четкое отношение к каждой своей слабой стороне. Яркий приведу вам пример из собственного опыта. Ну, как вы, наверное, уже поняли, у меня не самая чистая и не самая приятная речь. Вот. Можно ли это считать слабой стороной? Да, как конечно. Это можно считать слабой стороной, это можно считать недостатком, вот. Но давайте подумаем, что я могу с этим сделать. Ну, в теории я бы мог, наверное, обратиться к логопеду, да, чтобы мне мою речь подкорректировали. Но я этого не сделал. Почему? Потому что я не хочу. А не хочу я обращаться к логопеду по той простой причине, что мне это нужно. Мне нужно, чтобы моя речь, чтобы особенности моей речи у меня были. Потому что я хочу обезопасить себя от клиентов, которые не намерены работать. Которые пришли просто, чтобы провести время, которые пришли просто, чтобы, там, не знаю, самоутвердиться за счет экспертов, да, потратить их время впустую, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу таких клиентов, я не хочу с такими клиентами работать. Поэтому
мой недостаток становится особенностью, которая с одной стороны делает меня запоминающимся, с другой стороны избавляет меня от определенного типа людей, которые ориентируются на внешнюю, ну, на внешнюю сторону, да? Вот. Такие люди, кстати, периодически у меня попадаются, и мы с ними благополучно не работаем, потому что это просто экономит время мне и экономит время им. Вот. То есть слабая сторона. Есть решение по слабой стороне оставить все как есть. Да. Есть понимание того, что слабая сторона является слабой только под одной точкой зрения. Есть понимание того, что слабая сторона иногда и довольно часто является плюсом. Есть понимание того, что плюсы от слабой стороны, превалируют над минусами этой же слабой стороны. Все. Вопрос решен. Необходимо принять решение по каждой вашей слабой стороне. Либо вы ее меняете, то есть если вас она не устраивает, да, либо вы меняете ее, либо вы оставляете как есть, просто потому что сделать ничего вы с ней не можете. Как бы сделать ничего не можете, и смысл, смысл об этом переживать, если вы ничего сделать не можете. Вот. Если вы ничего не можете сделать, то обвиняя себя за то, что у вас есть такая слабая сторона, вы уже репродуцируете не свои мысли, а мысли кого-то другого, например, ваших родственников, которые недовольны вашей внешностью, допустим. То есть это уже не ваши мысли, а мысли ваших родственников. И получается, что говорите вы не своими словами, а словами вот других людей, чужих людей. Вот. И получается, что слова чужих людей влияют на, собственно говоря, вас. И что для взрослого человека, что для личности неприемлемо. Поэтому здесь нужно, поработать немножко. Вот в таком примерно направлении. Еще раз, это не упражнение, как принять себя. Такого упражнения не существует. Упражнения по принятию себя не существует. Существует работа. И вот в результате работы вы будете менять свои представления о себе. В результате работы вы увидите, как это. В результате работы вы поймете, что может быть по-другому. Упражнения, которые гарантируют вам быстрый и 100% результат, не существует. Так вот, вам нужно выписать список своих качеств, список своих сторон, как слабых, так и сильных. Выпишите все свои слабые и сильные стороны, после чего допишите каждой стороне аргументы и источник. Аргумент это означает объяснение, почему та или иная сторона слабая и сильная, а источник, от кого вы это узнали. После определитесь с критикой. С критикой источников. Это первое, что вам нужно сделать. Еще раз, это не упражнение. Это не упражнение. Это начало работы, то, что я сейчас вам говорю. Дальше. Сама я человек-позитивчик, пишите вы. Как мы уже поняли, Виктория, исходя из того, что вы написали, ваш позитив часто является лицемерием.
Ни много ни мало, но ваш позитив является лицемерием. В каком смысле лицемерием? Ну, на самом деле, в том смысле, что вы улыбаетесь, даже когда вам не хочется улыбаться. Это, простите, обман, это, простите, лицемерие, это, простите, уже нифига не позитив. Поэтому говорить о том, что вы позитивчик, нельзя. Вот. На самом деле, нельзя говорить, что человек позитивчик про любого. Даже самый веселый человек иногда должен грустить, а самый грустный человек иногда должен радоваться. Кстати, говорят, что самые веселые люди, они очень грустные. Ну, это так, к слову. Вот. То есть история здесь в том, что вы хотите казаться позитивчиком, но не являетесь таковой. А, как известно, очень важно быть, а не казаться. Поэтому вам нужно быть. Казаться очень тяжело. Это удел всех невротических личностей. А вот быть очень легко. И это дает нам свободу. И самое главное, исключает все лишние, все ненужные контакты, которые нас могли бы напрягать. Но опять же, по аналогии с тем примером, который я приводил несколько раз. Поэтому, чем больше вы кажетесь, чем сильнее вы кажетесь, тем сильнее потом разочарование. Потому что как бы сильно вы ни казались, как бы вы ни стремились казаться, все равно рано или поздно вас узнают, все равно рано или поздно про вас догадаются, все равно рано или поздно увидят вас настоящий, и что будет тогда? Поэтому лучше сразу сократите дистанцию и сразу начните быть, а не казаться. Это гораздо легче, чем то, что вы делаете сейчас. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Дальше. Вы пишете о том, что он... Значит, закончила школу, уже заканчиваю первый курс психологии. Здесь, Виктория, следующий важный момент идет. Вы не можете заниматься психологией, если у вас есть свои собственные проблемы. Вы не можете заниматься психологией, вот, если у вас есть свои собственные сложности. Нельзя заниматься психологией, учиться на психолога, нельзя учиться на психолога и при этом пытаться решить какие-то свои проблемы. Этого делать категорически нельзя, потому что так вы никому не поможете, и в том числе себе. Психология, если это наука, да, психология для людей, которые изучают науку, но помочь можно только тогда, когда ты помог себе сам. Поэтому для психологов существуют жесткие требования. Например, да, у человека должно быть все в порядке, человек не должен иметь своих собственных проблем, человек должен быть обеспечен, у человека должна быть адекватная личная жизнь, да, в плане того, что регулярный секс, отдых там и прочее. Вот. Все вот это должно быть. И только тогда человек должен может заниматься психологией и работать с людьми. У вас, как вы понимаете, ничего этого нет. Поэтому психологией вы занимаетесь для того, чтобы помочь себе, а не другим. Для вас оптимально, если вы хотите быть профессиональным психологом, для вас оптимально сперва решить свои проблемы психологические, с психологом, и уже потом заниматься психологией.
не как клиент, да, а как специалист, как абитуриент, обучающийся. Вот, иначе вы будете переносить на своих клиентов, например, на литературу, которую вы будете читать, вы будете переносить свои проблемы, которые от этого будут еще только больше шириться, потому что человек склонен видеть в своих, ну, видеть везде только свои проблемы. А литература написана, литература, практика, это сделано для того, чтобы человек изучал. Чтобы изучать, нужна свобода. Потому что любое изучение – это творчество. Чтобы изучать, нужна свобода. Совершенно очевидно, что у вас свободы как таковой нет. Это очевидно. Поэтому я думаю, что так, простите, если жестко, но лучше, если вы сейчас это поймете, чем потом будете разочаровываться. Одно дело любить читать этот жанр. Другое дело исследовать это, изучать и потом превращать в навыки и помогать друг другим людям. Вот. То есть свои нюансы за счет психологии и чтения книг по психологии вы не измените. Это только работа с терапевтом, психологом вам поможет. Вот. Перебороть свои страхи перед публикой, пишите вы. Опять же, страхи перед публикой побаривать не нужно. Понимаете, страх побаривать не нужно. Страх нужно раскрывать. За страхом, как в кошмарах, стоят определенные желания, стоят определенные потребности, которые вы себе запрещаете по той же самой родительской схеме. Вот. И пытаясь побороть страх, вы подавляете саму себя. Подавляя саму себя, вы подавляете свои желания, становясь при этом еще более неудовлетворенной, чем до этого. Понимаете, поэтому у вас здесь уже ошибка идет. Перестать зацикливаться на своем недостатке. Опять же, вы зацикливаетесь на своем недостатке не просто так. За этим тоже что-то кроется, за этим тоже скрываются какие-то желания. За этим тоже скрываются какие-то потребности. Например, потребность во внимании. Да? Потребность в том, чтобы чувствовать себя особенным. Но при этом жесткое ощущение, что вы не можете быть особенным, что вас никто не оценит, что вас никто не одобрит и так далее. Вот. Дальше. Есть друзья общительные, но, например, с личной у меня пока туго. А по поводу чего личной-то образовываться, Виктория, расскажите мне, пожалуйста. Ведь чтобы построить нормальные, здоровые, равноправные, цельные отношения, нужно, чтобы человек видел вас как личность. А чтобы вас видели как личность, нужно, чтобы увидели ваши поступки. Чтобы увидели ваш внутренний мир, нужно, чтобы вы это выражали. Чтобы вы это выражали, чтобы вы совершали какие-то поступки, нужно, чтобы у вас была цель. Пусть эта цель, например, будет, ну, помочь другим, допустим. Хорошо, хотите помогать другим? Супер! Помогайте другим, только пока не в области психологии. Вот вам уже основа для того, чтобы другие такие же люди, как вы, да, с такими же целями стали ближе. Вот и все. И тогда у вас будет в личной жизни. Потому что одной общительности только мало для того, чтобы, чтобы у вас была личная жизнь. Дальше. Хочется стать более уверенным. Для этого нужно делать то, что соответствует вашим ценностям, то, что соответствует вашим желаниям, и при этом за счет живой обратной связи от процесса вы будете становиться увереннее в себе. Кстати,
тоже касается и страха перед публикой, например, потому что очень много людей боятся публики только потому, что не занимаются собственным делом. То есть какая разница, что у вас? Какая разница, какая вы, если вы хороший профессионал своего дела? Да всем плевать. Дальше. Когда я вижу людей с подобием, я избегаю. Это для меня как больное место. Ну правильно, не принимайте себя, не можете принять других. Да, это логично. От которого нужно избавляться. Нет, от больного места избавляться не нужно. Еще раз повторю, его нужно либо принять, либо изменить. А избавляться не нужно. Так что, отрезать что ли, что-то хотите от себя? Вот, родные меня любят, но я чувствую, что рядом со мной некомфортно, кроме родителей. Ну опять же, а как вы думаете, почему им некомфортно? Почему им некомфортно? Как вы думаете, почему люди вот негативно относятся к тем, кто не похож на них? Это не касается только вас. Это касается вообще всех. Почему так? Почему люди так боятся, когда кто-то проявляет свою индивидуальность? Почему люди говорят, будь тише, там, будь таким же, тихо. Почему? Подумайте, почему? Часто от родных слышу критику по поводу внешности своей. И критика — это хорошо. Критика — это здорово. Нужно правильно относиться к критике. Вот вы заливаетесь слезами, закрываетесь слезами. А толку? Толку-то от этого. Критика — это хорошо. Либо вас критикуют либо справедливо, либо несправедливо. Если несправедливо, какое-то имеет отношение к вам. А если справедливо, давайте с этим что-то делать. Вот и все. Ну, опять же, программирую себя, это очень круто, но является ли это, опять же, проявлением позитива, да, Виктория, большой вопрос. Вот. А в целом, ваши попытки принизить свою проблему являются достаточно логичными, ожидаемыми, но от этого не менее деструктивными. Признайте свои проблемы, признайте, что проблема серьезная, не кто что думает и может ли есть какие-то упражнения, а проблема серьезная, с ней нужно работать, вот. С ней нужно работать, это процесс, это не единичный процесс, вот. Так что, сначала выполните задание, которое я вам сказал, вот, а после выберите себе эксперта и начните работать уже с экспертом непосредственно над той информацией, которую вот вы получите в результате выполнения домашнего задания. Информации будет много, если вы отнесетесь к этому серьезно. Вот. Ну и если честно, не очень понятно, почему вы, изучая психологию, говорите, кто что думает. То есть, ну, мне кажется, что изучая психологию, вы знаете, как минимум, как происходит работа, что это не кто что думает, а это именно работа, это профессиональные рекомендации, это ответственность за свои слова, это ответственность за то, что говорю, то есть каждое слово, которое я сказал, это моя ответственность, это не просто мысли, это профессиональное знание, это профессиональные рекомендации, а кто что думает, это... К сожалению или к счастью, не знаю, это вообще не про это и не отсюда. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Выбирать помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.